Очаков ТВ представляет. Оба-на! Стоять! О, Саурсу! Да ты шо? Ну, доктор, здравствуйте! Обалдеть, блядь! Нам предстоит долгий и тяжелый разговор. Все. Вот это да, поворот. Вот это поворот. Слушай, зрители требуют продолжения с тобой этот нет, самый. Нет, кстати, да, подожди, помолчи. Ну, чё? Ну, помолчи. В комментариях вам там, да, пишут то, что... Видали мы, да. Продолжение, да. Док, но также просит и первый видос, да. Ну, которого нет. Первого видоса нету. Слушай, давай я своим зрителям объясню. Все спрашивают, почему ты называешься этот самый, как ты называешься, а ну напомни. Я не знаю, того, кого встречал я, их вообще не волнует, они просто говорят, здорово, я тебя знаю. Сегодня да. Нет, я сейчас, а, прям встречали тебя вживую, да? Вот сегодня, сейчас. А, в рулетке. Слушай, так смотри, люди меня спрашивали, почему липосактор. Вот, поэтому нужен первый видос. А так как его нет, к сожалению... Вот, не, подожди, сейчас... Я зрителям... Или к счастью, да, или к счастью. Не, я зрителям сейчас скажу, не было первого видоса. Вот, но я объясню, почему липосактор. Потому что ты, по сравнению со своими товарищами, такой очень, ну, как худой, да? Анорексичка, да. Не, ну ты не анорексичка. Не, у тебя нормальное телосложение, кстати. Вот, но ты по сравнению с ними, ну, ты худее их. И поэтому, это я зрителям сейчас рассказываю, я тебе предложил у них отсосать жир. А, док, вообще зря, ну да ладно. Себе, понимаешь, отсосать жир, а сак это сосать, а липа это жир. Я... Сука, пошел все, ладно, давай. Не, я в натуре говорю тебе. Процесс липосакции... Да, в натуре, док, сидлый-то. Смотри. Процесс липосакции называется процесс отсасывания жира. Липосакция. А я представляю, да. Он в курсе, блядь. Это я объясняю зрителям, откуда пошло название вот это крылатое. Ты чувак. У него все лицо в жару уже, блядь, на сегодня. Ты чувак, ты популярный, блин. Как тебя зовут, скажи? Это даже слишком. Не надо. Я вот хотя бы ограничимся на вот... Ну, ограничимся липосактором. Согласен. Да, возможно. Пускай будет так. Не, ради бога, как хочешь. Ну, я ж наоборот тебя популяризирую. Я не знаю, благодарить или же печалиться, это раз. А с другой... Моя реакция пока я сам ее не понимаю. А с другой стороны, док, ну, судя по комментариям, не так все плохо. Да нет, слушай, наоборот, ты всем там понравился большинству. Там чересчур позитивно. Не, позитивно. И ты понравился, и твои друзья понравились, и ролик понравился. Слушай, тебе, когда будут на улице подходить автограф просить, бери... Нет, ну тут вряд ли будут просить автограф. Бери по 100 рублей, по 100 рублей и разбогатеешь, понимаешь? Нет, да, зачем? Зачем это меркантильность? А как минимум в Киеве, судя по всему, меня уже знают. Не, смотри, меня смотрят, вот из моих подписчиков меня смотрят где-то 20% россиян из России. Да. А 20% от 160 тысяч, я тебя не хотел расстраивать, это 32 тысячи. Это много. Ладно. Подожди, это я говорю только про подписчиков. А ролик, например, который посмотрела там и посмотрит, я не знаю, сколько еще, там может быть подписчиков, там может быть людей намного больше. Опять же, мы залетели не на так уж и до хрена. 126 тысяч это, ну, среднестатистический ваш просмотр обычного ролика. Чуть больше среднего. Да, чуть больше, да, среднего. И в плане того, что, типа, людям было, ну, нет, непривычно смотреть не на всю серьезность ситуации и событий в принципе, а, ну,
на другое немножко. Вот у вас грустные ролики всегда там. Да, и типа все кричат, то, что вы смеялись. Первый раз вижу, что Док смеялся. Короче, вы теперь Доктор. Да. Первый раз люди видят, чтобы я смеялся. Слушай, вот, да я... Что говорили? Да я ржу так, блин, что уши заворачиваются, блин. Ты чё? Ну, в роликах это не показано. Почему? Ну, видимо, да. Мы пару штук просмотрели. Ну, да ладно, не будем о грустном, в принципе. Док, ладно, вернемся к нашему насущему, да, к нашим баранам. О чем сегодня пообщаемся? А, слушай, смотри, у тебя ролик набрал 125 тысяч за 3 дня и 17 часов. Нет, не у меня, у вас, Док. Нет, так подожди, ну кто, ты ли пасактор случайный или я? Всея Руси, блин. Я погонял, вообще мне нравится очень сильно. Да популярный, блин. Спасибо большое, охренительная популярность, вот бомба. Ну да ладно. Я же говорю, о чем сегодня пообщаемся? Слушай, посмотри мой ролик на Очаков ТВ-1. Есть, классный очень. Там ты поржешь и посмотришь, как я там ржал, аж упал под стол от смеха. Ну я в описании смотрел ролик, а там никаких, типа, еще одних каналов нету, типа, как... Нет, нет, Очаков ТВ-1 — это мой второй канал. Ладно, ок. Твой ролик на Очаков ТВ, а у меня еще Очаков ТВ-1. Окей, хорошо. А что у вас локация немного... А что на заднем плане? А, это монитор. Нет, было логично. А нет, в смысле, что в мониторе? А, сейчас хочешь покажу, смотри, это интересно. Сейчас тебе включу даже. Давай, это то, что я показывал. Демилитаризация, денацификация, импортозамещение. Я за Путина. А это распятый мальчик. Это не наша тема. ЛНР. ДНР. У нас ТикТока нет, мы мешаем. НАТО расширяется. Деды воевали. На Украине фашисты. Вторая армия мира. Биолаборатории. Хохлы все нацисты. Крым наш. Мы вас освободим. Русский мир. А ты где был эти 8 лет, пока дамбили бомбас, старый хрыч? Потерь нет. Жизнь доброй воли. Зеленский клоун. Демилитар. Нормально, да? Да. А посыл какой? Смысл? Ну, ты знаешь, кто это был? Кто эти мантры читал сейчас? Я не знаю, кто эти мантры читал, я не шарю за всю эту вот, и вот эту всю пропаганду и так далее, в принципе. Поэтому, как бы, ну, я и спрашиваю, в чем посыл? Ну... Где посылка, нахуй? Доктор, где посылка? Доктор, где посылка, нахуй? С долларами, блядь. Какими долларами? Хотя бы бургер с Калифорнии, с Макдака дайте. Какие бургеры? Биткоины пошлёт, нахуй, блядь. Какой Макдак? У вас вкусная точка, там заплесневелые бутерброды, блин. И мясо из кошек, блин. Вкусная точка. Я кушал вот так, отлично, бомба. Биткоин. Нравится очень. Слушай, ты же в Москве, правильно? Да. Вот. У вас, ты знаешь, вот где вот в центре вот эта вкусная точка, да? Первый Макдональдс, который был в России вообще. Он не только в центре, но да ладно. Нет, вот тот, ты знаешь... А, вообще во всех Макдональдсах у вас убрали картофель фри, который являлся лицом этого Макдональдса. Как ты думаешь, почему? Никогда не нравилась картошка фри. Да, деревня была лучше. Почему убрали? Я не знаю, в принципе. Но сейчас... остальных, опять же, KFC, вот. Бургер Кинги, все да, нормально. Да, сейчас есть, вообще-то. Он и есть. Нету, в Макдональдсах убрали. Но не в Макдональдсах, может, и убрали, а в Маке, да, может, точке убрали, осталось. Да. Нет, нет, именно после того, как Макдональдс ушел, и вот эти все... А рестораны. Почему в Украине закрыли Макдональдс? О, я не знаю, я же в Калифорнии живу, откуда я знаю? Сразу мы, да? Ладно, хорошо. Не, подожди, я тебе отвечу, как почему, потому что война идет. Ты что, кто хочет вести бизнес под обстрелами? Ты что, прикалываешься? Нет, ну хорошо, а в остальных регионах, помимо вот там, где происходят там военные положения или еще все же, да? Ты не понимаешь, что в любой город Украины
время от времени прилетают ваши ракеты в любой. Наших там нету, да. Мы лично тут не пускаем ракеты, как нет, бы, да. Ну, я же говорю... Нет, я же говорю про российские ракеты, правильно? А мы... Ну, а мы при чем здесь? Ну, а вы что, не из России, что ли? И что мы пускаем? Да? Ну, да, лично стоим на запуске. Нет, вы не пускаете, но ваша страна пускает. Вы же, ну... Вы же понимаете, что... коллективную ответственность никто не отменял. То есть, так или иначе, ну, виноваты вы или нет... Вы сами понимаете, какое мы отношение имеем. Даже если вы никакого не имеете, ответственность все равно на вас лежит, понимаете? Будь там плавал нам. Ну, вот так не работает, ну, это серьезно. Работает. Я понимаю, да, ты... Опять же, хорошо, смотрите, нет. Так как вы даже под значком Украины развиваете всю эту тему, пропагандируете и так далее, значит, ответственность над Украиной лежит также и на вас, правильно? А что я пропагандирую, можно узнать? Ну, как минимум, вот такие ролики из ТикТока. Что я пропагандирую? Это ж, при чем тут? Это я вашу реакцию показываю, а не ролик из ТикТока. Хорошо, как, на вашем, ну, на ваш взгляд, какова была моя реакция? Ну, вот я пытаюсь выяснить. Ну, пока миссия, видимо, не, ну, не получается. Пока не получается. А смысл? Пока смысл? Ты пытаешься ускользнуть от прямого ответа. Но я тебе еще раз напоминаю, что так или иначе, ответственность за эту войну и последствия ложатся на каждого россиянина, понимаешь? Не думаю. Вы вот слушай, то, что ты не думаешь, я бы тебе все-таки посоветовал думать. То, что ты не думаешь, это плохо. Я бы этим думаю, не гордился, понимаешь? Нет, ты говоришь, не думаю. Надо думать, прежде чем говорить, понимаешь? Так я говорю, что я думаю. А ты сказал, что не думаю. Ты же сам сказал, нет, что не думаю. Нет, не думаю именно по этому поводу, по отношению вот, к так надо слову. Думать по каждому поводу. Если ты по этому поводу не подумал, вначале подумай, а потом говори, понимаешь? Да, что я так не думаю. Отлично, противоречие. Да, хорошо. Можно грандиозный, да, вопрос, да, на который вы ответите честно? Ну, давай. Правильно. В чем, собственно, посыл вашего канала и что вы пытаетесь донести в массы? Я понял. Я на этом канале показываю разнообразную реакцию, то есть рефлексирование, как разных людей, в большинстве своем россиян, далеко не только россиян, по отношению к тем или иным событиям, чаще всего по отношению к нападению России на Украину. Хорошо, потому что она актуальна, так же само тем очень много вообще в принципе в жизни, можно зацепиться за каждую, но вы зацепились именно за эту, чисто потому что она в данный момент актуальна? Ну, понятно. Только поэтому, конечно. Ты не думаешь ли ты, что мне приятно эту тему обсуждать? Нет, конечно. И очень неприятно обсуждать, ее страшно обсуждать. Но это очень, это очень нужно. Нет, это очень нужно. Нет, очень неприятно. Очень неприятно. Но это очень нужно. И чем больше людей в России поймет, что ответственность ляжет на них и на их детей, то есть на ваших, тем... А вы не думаете, что не всем людям это нужно? Ну, и так этого всего говна хватает, да, допустим. И как бы не проще... Наоборот, зацепиться за что-нибудь другое и как бы развивать другую тему, чтобы люди отвлекались от всего этого дерьма происходящего, правильно? Чтобы отвлекались от того, как сейчас Россия убивает украинцев, это ты имеешь в виду? Я ничего не имею в виду. Я этого не говорил. Так именно потому, что ты это не говорил... Тоже знаете. А, Домбила Бомбас, так я же только что показал вам. Домбила Бомбас 8 лет, да. Короче, старая заезженная тема. Смысл, да. Насчет Домбила Бомбас, значит, Домбили Бомбас ваши войска. Ваши войска Домбили Бомбас. Там видно обезьяны жили, да? Ваши войска Домбили Бомбас. Домбили Бомбас. Я бы так не сказал. Ну, а почему именно наши? А ты знаешь, если ты наберешь сейчас обстрел российскими градами территории Украины из Гукова, то ты увидишь, если я не ошибаюсь, это был или 14 или 15 год, как ваши грады, там с доказательствами, со всеми делами,
со спутниковыми снимками, как ваши грады обстреливали территории Украины с территории России из-под Гукова. Прямо сейчас можете набрать. Нет. Подожди, убери от экрана пиво, пожалуйста. А, вам цензура, да, монетизация. Но, ладно, окей. Да не монетизация, а ты, ну, как, нельзя рекламировать спиртные напитки. А я не крен... А почему? С чего вы взяли, что это пиво? На ней нет акциза. Это вообще-то на квас. Ну, квас как минимум. О, хорошо, если квас, тогда да. Вот, понимаешь, если ты наберешь Гукова, а если нет, я могу... Да, квас с такой пеной, расскажи мне сказки, блин. Ну, так нет, серьезно, квас. Да, просто... да. Верю. Домашним. Или же, например, хотите, я вам могу показать, как ваш Моторола обстреливает тот же самый Донбасс, где он находится. Помните, кто такой Моторола был? А почему наш? А потому что он россиянин. Моторола вообще-то из Украины был. Нет, да. Моторола это россиянин. Нет. Не, ну, нет, значит, а да. Вы не особо осведомлены. Открывай прямо сейчас Google. Прямо сейчас. А так а смысл, если сверяться только по Гуглу, как бы, ну, толком информации не добьешься, потому что там слишком много разного. А откуда ты возьмешь информацию, кроме как в Гугле? Где еще можно взять? Ну, потому что везде. Из очевидцев, как минимум. Хорошо, давай покажи мне хоть одно доказательство, даже ваше российское, где сказано, что Моторола не является гражданином России. Давай. Может, во время военных действий, да, может, он сделал там гражданство России. Ему вручали награду. Нет, он был гражданином России. Он пришел в Украину, будучи гражданином России. А Гиркин, ваш Стрелков, тоже не был гражданином России. Может, прекратим вот это все? Зачем? Я сюда не за этим пришел, правильно? Ну подожди, ну твой товарищ сейчас об этом говорит. Если у вас такая специфика канала, то простите, я под нее немножко не подхожу. Не подходишь, я согласен абсолютно, но твой товарищ начал эту тему, и я ее тоже начал развивать. Нет, никто эту тему не начинал, док. Вы выводите людей на разговор, тем самым вытягиваете из них то, что вам нужно. А мы под эту тему немножко не подходим. Извините уж, простите. Вы не подходите так плохо. Надо владеть информацией. А если вы не владеете этой информацией, тогда не надо говорить глупость. Если единственное и правильное мнение, то вы ошибаетесь. У людей мнение так много. Я же могу привести доказательства. Какие доказательства? Какие доказательства? Стрелков Гиркин ваш гражданин или Моторола ваш гражданин? Привести доказательства вам? А, ну проведите, да, ваш интерес. Сейчас я открою Википедию, и там будет написано, что он гражданин и уроженец России. Как устроит вас такое доказательство? Уроженец России. И гражданин тоже. Хотите? Нет, гражданин или уроженец России. И уроженец, и гражданин. Это еще при СССР было? Что при СССР? Он в 14 году пришел в Украину убивать украинцев с территории России, потому что он россиянин. Был. Нет, хорошо, можно... Не-не-не, подожди, давай, не-не-не. Давай мы закончим с Моторолой. Нет, а заканчиваем с одним вопросом, потом переходим к другому. Только так строится диалог. Давай, значит, вы откроете Моторолу или мне вам открыть? Да, а смысл? Неинтересно это вообще. Неинтересно. То есть вам неприятно будет узнать, что он таки, да, гражданин России. Да нет, у нас уже Моторолы давно нет. У нас как бы, ну, телефоны сломались. Моторола уже, была в 2009 году. У меня, вон, айфон, а не Моторола, как бы. Извините. Слушай, твой айфон состарится или поломается, и все, и не будет у тебя айфона больше. А нет, будут, док. Не переживайте, будут. Не будут, Казахстан слила. А ты знаешь, что Казахстан как раз два дня назад казахстанские банки присоединились к санкциям, не принимают ваши платежи больше? Ну, пускай так, хорошо. То есть то, что Путин планировал обходить санкции через Казахстан, Казахстан показал вам большую дулю. Это все политика, ребята. Это политика, да. Он сегодня так зато Саудовская Аравия вот рядом. Док, а как вы можете со стороны переживать за людей в стране, в которой вы даже не находитесь? Чувство эмпатии не имеет границ, ты знаешь?
Хотя ты, товарищ Липосак, ты не знаешь, что такое эмпатия, я это понимаю. Ну, пускай так. Нет, док, давайте о другом поговорим, не будем о грустном. Ну, я понял, то есть с Моторолой вы немножко обкакались, давай переходим к другому вопросу. Мы не обкакались, просто у нас сломались еще раз эти телефоны. Стереотипы у вас сломались, стереотипы сломались. Ну, один человек меняет историю, что ли, получается. Моторола, и что Моторола? Ну, был, ну и русский, ну и хуй с ним, что был. Ну и дальше что, блядь? А Гиркин? Он мир перевернул или что? А Гиркин? Ну и Гиркин, ну, дальше, Гиркин с группой ваших бандитов российских захватывал Славянск и Краматорск. С этого началась война на Донбассе. А до этого он захватывал парламент Крыма. Гиркин тоже, знаешь об этом? Когда он захватывал Крым. Не мы же его заставляли там ходить, захватывать. Какое отношение это имеет к нам? К тому, что он россиянин, вы россияне, и вы будете отвечать. Хорошо. Вы все россияне, все россияне. Нет, я не украинец. А почему? А как тогда? Ну, а как вы можете говорить за другую страну тогда? А вы, он русский, блядь, стопудово, нахуй. Да, я родом доктор из России, да. Доктор, ёбаный в рот, нахуй, разоблачили. Тихо, тихо, вот ну не ругай, не ругайтесь матом, пожалуйста. Нет, окей, хорошо, док, тогда и вы тогда непосредственно имеете ко всему к этому отношение и также несете ответственность. Да, правильно. Но ты знаешь, я же не говорил, что русские несут ответственность, я говорил, что россияне несут ответственность. Доктор, покайся. А, россияне. Нет, так вы родились, значит вы русский. Не россиянин. Вы, нет, нет. Я давно-давно уже не россиянин. Ну почему? Ну вы же родились в России. Россиянин – это тот, кто имеет гражданство России. Нет. Но, а, хорошо, нет, хорошо. Россиянин – тот, кто родился в России. Нет, это неправда. Это называется уроженец России, а не россиянин. А хорошо, если не секрет, док. А если в Украине родился? А где вы родились, вот именно в России? Новосибирск. Новосибирск. О, вы сибирянин. Топит Россия, родная земля. То бишь вы свой дом топите, правильно? Нет, мой дом Америка какой? Слушай, ваша... Ваша Россия гнилая, блин, мой дом, ты что, прикалываешься? Ну, вы предали Россию, да, вот так вот? Нет, ты знаешь, что такое предать? Ты знаешь, что такое предать? У вас есть гражданство Америки? По сути, да, конечно, конечно. Конечно, есть гражданство Америки, хорошо. То бишь, это ваша страна, вы патриот своей страны. Америка – это моя страна, и я ее патриот, да. Хорошо. А если вы патриот своей страны, почему вы топите за другую страну? Кто? Кто вам сказал, что я топлю за другую страну? Ну, по вам видно. Вы доказываете за Украину и так далее. Вы же патриот своей страны. Я сейчас топлю за цивилизованный мир. Да, смотри, родился в одной стране, живет в другой стране, блядь, а топит за третью страну, получается. Я топлю сейчас за ту страну, на которую моя бывшая страна, моя родина напала, да, это правда. Ну, это вообще-то... Сколько у вас масок? Это вообще-то война Америки с Россией. Да, только Америка об этом не знала до сих пор, что она воюет с Россией, блядь. Столько масок, чтобы перебывать. Вы же сами все понимаете. Я с Украины, что топит. Ну да, типа, как патриот. Любой, любой человек, цивилизованный, из любой цивилизованной страны, разумный, он топит за Украину сейчас против России в этой войне. И потом говорят, что у вас, короче, это промышленность. Более того, мы все, все цивилизованные страны, мы помогаем Украине и хорошо помогаем. Вам уже в Крым прилетело 2 дня назад. Скоро прилетит всюду, ребята. Все, всюду прилетит. В Крыму вообще-то сдетонировали снаряды, не прилетели. А от чего они сдетонировали, как ты думаешь? На минуточку. Ну, от чего? А то есть ты считаешь, снаряд лежит, а потом подумал, дай-ка я сдетонирую, да? Так может быть, ты считаешь? Нет, ну как перегружали, загружали. Ты знаешь, детонация происходит в результате чего-то? В результате взрыва, какого-то тяжелого удара. Неосторожность. Если черный прапорщик покурил, как на крейсере Москва. Просто неосторожное обращение, да, и все, не более. Неосторожное обращение с чем? Ну, с боеприпасами, с чем. Какое, например? Приведи мне пример,
когда я могу неосторожно обращаться, и оно прям взорвется. Давай, приведи мне пример. Ну, давайте будем кидать мины перед ну, опять же, да, те же мины, те же снаряды. Ты знаешь, что если я не сниму с мины предохранитель, я могу ее кидать хоть с самолета, блин, и с ней ничего не будет. Это будет кусок железа. Ну да, пороха там нет и ничего там нет, да. Вы же сами все понимаете, если бы Украина долбанула бы по Крыму, давно бы уже подсветка пролетела бы, это 100%. Ну, слушай, да вы говорили, что если Америка поставит хаймарсы, которыми Украина уже грохнула больше ваших 100 складов, то уже прям вы так ответите по всем центрам принятия решений. И что-то вы обосрались и нигде не ответили ни разу. Ну, серьезно, очень... Нет, вот это все слышать от людей с Украины еще понятно, ладно, ну, хорошо. Но слышать это от вас, доктор, непонятно. Почему? Я занимаюсь снабжением Украины военной техникой. Лично вы занимаетесь. Во-первых, лично я занимаюсь как физическое лицо, а во-вторых, опосредованно моими налогами... Я плачу за ленд-лиз, который сейчас 1 октября начнется, и я плачу за все вооружение, которое сейчас идет в Украину из Америки. Я это поддерживаю. Более того, это надо как можно больше делать. Нет, хорошо, то есть вы поддерживаете саму, ну вот, войну, правильно? Нет. Я поддерживаю войну против фашистской России. Нет. Фашистская Россия должна перестать существовать. Фашистская власть должна быть свержена. А, в общем, вырезать весь народ, да, истребить... Я этого не говорил, я сказал, фашистская власть должна быть свергнута. Я не сказал истребить, это ты за меня додумываешь. Липосактор, слушай, тебе сейчас сделаем этот самый, блин, другую кликуху, если будешь тупить. Нет. Доктор, вы, я же говорю, выводите меня на такие темы, я пришел сюда за другим, правильно? Зачем ты пришел? И влазил в конфликтные ситуации. Я не влазил. А вы же, соответственно, пытаетесь вести в свой немножко диалог? Абсолютно не пытался. Я вас просто макнул несколько раз в ваше дерьмо и в вашу ложь. Вот и все. Да, я больше чем на 100% уверен, что вот этот наш диалог не войдет в остальное все наше... То, что было до этого. Типа, в смысле, это не войдет в массы. Я больше чем уверен. Почему не войдет? Как понять, не войдет? Ну, войдет. В смысле, вы не выложите это. Я за это говорю. Почему? Конечно, обязательно выложу. Нет, потому что, док, вас тут немножко, как сказать, вам противоречит здесь, поэтому вряд ли. Здрасте. Да мне в каждом ролике противоречит. Посмотри мои ролики. У вас просто нет доказательств. Вот именно, основных. Я понял, доказательств чего у меня нет. Я могу, все, что я сказал, могу вам доказать. Ладно, давай начнем с того, со снабжения, да? Вы как физическое лицо сказали, что непосредственно принимаете участие в снабжении там Украины и так далее. Я плачу за свет, да? Нет, то, что вы платите за свет и налоги и так далее, это все, ну, как субъективно, в этом так не более. Есть. Вот так он этим и поддерживается. Вот, а непосредственно участие в том... Да, я напрямую являюсь волонтером, я трачу свои собственные деньги, и в Украину за мои деньги идут и продукты, и продовольственные, и оборонного толка, военного толка, да, идут. Военного толка вас нет, правильно. Вы не снабжаете оружием и никакого причастия к этому всему не имеете. Я лично не отправляю джавелины, потому что у меня их нет. Но я занимаюсь... Но если бы были, с радостью, правильно? Ну, естественно. Но я занимаюсь финансово. Я участвую в отправке военного оборудования. Потому что помимо россиян, от ваших джавелин может страдать и другой народ, в плане те же самые украинцы. Каким образом? Когда ваш танк взрывается российский? Нет, почему именно? Не всегда снаряды попадают в точное место назначения, понимаете? Много. А куда джавелин? Ну хорошо, если джавелин попадет рядом с танком, что от этого случится? Ну, рядом с танком, а рядом с танком еще дом. А в доме сидит семья. И как бы, ну, дальше развитие событий развивается. Ну, слушай, то, что вы прячетесь за мирными людьми, это правда. Таких случаев очень много. Нет, почему? Никто не прячется. Ваша армия прячется, конечно.
Прячется прям между домами становится. Ваша армия становится между домами, это правда. Было полно снимков и видео, где в Буче... В принципе, как и ваше. Вот в Буче, да, в Буче. Где в Буче ваши танки, ваши боевые машины, ваши танки, ваши боевые машины становились прямо вот так вплотную, бочком к стенке дома украинского. Ваши танки, ваши БМП и БТРы прятались таким образом, знали, что в них украинцы не стреляют, если они знают, что рядом есть гражданские люди, понимаете? А скажите, а можно вопрос задать? Да, конечно. А сколько вы находитесь вообще вот в Америке, в Соединенных Штатах? Больше 20 лет. Больше 20 больше лет. 20. А вам сколько, если не секрет? Ну, если не секрет, да. Какая разница? Нет, ну... Ну, лет 40. Ну, на вскидку. Ну, какая да, разница? 52 года мне. И что это меняет? Нет, я к тому, просто чтобы понять, во сколько вы приехали в Соединенные. Какая разница? От этого ничего не меняется. Ну, это вообще личный вопрос такой. Да, не от этого там... ничего не меняется. В каком возрасте я приехал, от этого мировоззрения человека никак не меняется. Да, мы же ничего не говорим. Весь цивилизованный мир сегодня, весь цивилизованный мир хорошо, поддерживает Украину в борьбе с расистскими фашистами, понимаете? Хорошо, док, а если бы вы сейчас сидели не в Калифорнии, а, например, в том же Новосибирске, да, вот как бы ваша позиция была сейчас? Ровно такая же была бы. Ровно такая же. Может быть, я бы ее, наверное, так активно не проявлял, потому что я бы уже давно сидел в тюрьме, или меня бы уже грохнули, понимаешь? Вот, но позиция моя была бы ровно такая. Вы говорите, что в России, собственно, свободы слова и так далее, ничего вот а, это... конечно, нет. Ты что, какие свободы в России? Да, а зачем, да, тогда, если вы понимаете, что у нас свободы слова нет, вы вытаскиваете людей на такие откровенные, да, диалоги. А ты знаешь, как человек, который придерживается моих взглядов, как он отвечает на мой вопрос так, чтобы не быть наказанным за это? Он, например, говорит, ну, у меня есть свой взгляд, но вы же понимаете, я его не могу озвучивать. Все, я больше вопросов не задаю. Вот так относится человек, который мыслит разумно, так он себя ведет. А ты, например, и твои друзья показали себя приверженность к вашей фашистской стране, к вашей идее фашистской, понимаешь? А, собственно, хорошо, пускай так. Ну да, опять же, почему же фашистской? Серьезно, вот я себя лично и мои друзья не считают себя фашистами, в принципе. Я не стою с вами, разговариваю ни с автоматом, ни с флагами, ни с чем. А ты считаешь, что фашизм это флаги и автоматы? И все? Нет, но как минимум. Я не иду, не убиваю людей, ничего. Вот этого всего, то, что вы пытаетесь... Ты хочешь, чтобы я тебе привел доказательство того, что Россия фашистская страна? Хочешь? Да причем? Я не хочу ничего. А чем докажете? Вот. Даже если... Не, подожди. Давайте по одному. Тот меня спросил, чем я докажу. У меня есть доказательства. Хотите? Есть видео, да. Хотите есть доказательства того, что Россия является фашистской страной? Конечно. Окей, вот. Давай. Прямо сейчас открывайте 14 признаков фашизма. Давайте. Нет, док, открывайте вы и озвучивайте. Вы хорошо, же, хорошо, давай. Страна идет по знакам, блядь, с фашизмом. По знакам, блядь, давай, сейчас открою. Тихо. Док, какие, блядь, татуировки, блядь. Сейчас. Сейчас я открою, подождите. Знаком нацистских, да? Ну, у кого это? Я понял, о чем ты. Я, да. Ладно, слушай, я сейчас на минуту отойду. Пообщайся, пожалуйста. Он что, уже обкакался, что ли? Я еще ж не успел даже его прищучить как следует. А вы это, подготовьте материал, что ли? А? Материал подготовьте, он что-то подойдет. Да, сейчас.
Ну что, доктор, озвучивайте, простите, я отвлекся. Да, давай. Вот 14 признаков фашизма. Читаю. Значит, первый. Яркие проявления национализма. Это Украина. Да? Это Украина, да. Нет, послушай, ладно. Яркие проявления. Ладно, так, хорошо, вот, я слушаю. Так вот, торжественная демонстрация флагов, гордость военными достижениями, призывы к национальному единству на этом фоне характерным образом увязываются с подозрениями ко всему иностранному, внимание, и вспышками ксенофобии. Это четко охарактеризует Россию. Второе. Презрение к правам человека. Права человека обесценивались. Они препятствовали исполнению целевой правящей элиты. Используя пропаганду, ваш режим добивается того, что население покорно принимает нарушения прав человека и социально изолирует и демонизирует тех, кто был объектом этих нарушений. Подходит? Подходит. Чисто Россия. Третье. Поиск козлов отпущения. Одной из самых значимых общих черт в фашистских режимах был поиск врагов для возложения на них ответственности за свои ошибки. А люди, выступавшие против, получали ярлык террористов и соответствующее обращение. Четко. Дальше. Четвертый признак. Засилье всего военного. Правящая элита всегда отождествляла себя с армией. Огромная часть национальных ресурсов шла на военные расходы. Даже если при этом трудно было обеспечить внутренние потребности страны, так как вы живете в говне. Для этих режимов военная мощь... Но, как без своих комментариев можно просто... Хорошо. Для этих режимов военная мощь была выражением национального превосходства, и они использовали ее при любой возможности, чтобы запугать соседей и увеличить свою власть и престиж правящего класса. Следующее. При фашизме в женщинах видели граждан второго сорта, сохраняли твердую позицию против абортов. Это отражается в драконовских законах, использующих поддержкой со стороны традиционной религии страны. Шестое. Контроль над средствами массовой информации. Средства массовой информации при фашизме часто находятся под жестким контролем властей и ни на шаг не могут отступить от линии партии. Четко, капец. Методы контроля включают не только выдачу разрешений доступа к ресурсам, экономическое давление, настойчивые призывы к патриотизму, но и угрозы. Следующее, седьмое. Одержимость национальной безопасностью. Аппарат национальной безопасности служит фашистским режимам репрессивным инструментом, работающим в условиях секретности и без ограничений. При этом любое сомнение в его деятельности клеймится как предательство. Восьмое. Связь между религией и правящим классом. Слушай, я буду только название. Подожди, тихо, ну не подгорай. Я название прочту. Связь между религией и правящим классом, защита власти корпораций, подавление рабочих объединений, презрение к интеллектуалам и искусству, одержимость преступлением и наказанием, протекционизм и коррупция, подтасовки результаты выборов. Хоть один признак назови мне, который не соответствует вашей рашке. А хоть один признак есть того, что нет в Украине? Все да. Есть. Хоть, ну, ни одного признака из этого нет в Украине. Ни одного. Даже в Америке такое есть, нахуй. Что, например? Док, у вас хотя бы, блядь, нет, давайте возьмем хотя бы с мема, да? То, что люди уже ставки ставят, сколько Трампу осталось жить, ебаный в рот, блядь. Бидону, блядь, я не прав. Бидону, блядь. Байдену, блядь. Слушай, а что ты говоришь, Чи? Ты, у тебя или украинский, или южно-российский говор. Какой у тебя говор? Южно-российский говор. Ты сам откуда? Ты из Ростовской области откуда ты, что ли? Краснодарский край откуда ты? Краснодарский край, да. То есть ты переехал в Москву или что? Ну, да. Переехал в Москву, а как?
Не-не, просто я интересуюсь, без проблем, конечно. А что, слишком похож? Нет-нет, ну ты говоришь просто, ну, у тебя... Так говорят на юге, украинцы говорят похоже по акценту. Ну вот ты понял, да? Значит, ты понял, что 14 признаков фашизма, я вам доказал, что ваша страна является фашистской. И у вас наступит коллективное... Серьезно, лично мне вы ничего не доказали, чисто потому что я даже копаться в этом всем не хочу. Есть люди, которые... Я понимаю, я тебе ничего не доказал, потому что ты в это не хочешь верить. Тебе можно доказать только то, во что ты сам лично хочешь поверить. Но так как тебе поверить в том, что ты лузер, и твоя страна лузер, тебе не хочется. Я понимаю, это очень тяжело. Для этого надо иметь ум, понимаешь? А ваша страна, она во многих странах развязала войну. Это там столько стран, что не перечесть. Причем погрязшая в долгах. Каждую войну, в которой участвовала Америка, мы можем разобрать отдельно. И я вас ткну носом, почему, каким образом она развязала, и вас просвещу немножко. Но в связи с тем, что, как только что Липосактор сказал, что его это вообще не интересует, понимаешь? Он и слышать этого не хочет. Он не хочет этого слышать. Ему доказательства не нужны. Потому что ты боишься поверить, что это правда. Или у тебя не хватает ума. Подожди, зачем вы людей вообще ввязываете? Те, кто не причастен к этому всему, вы ввязываете в это все свое вот кодло, которое вы вокруг себя создали. Как если я, вы делаете на этом ввязал? Какой-то контент, и люди в это, ну, как это смотрят. Я, как нет, я себя людям ввязал? Всегда интересно смотреть конфликты. Это было доказано уже всеми. И как бы, если вы людей пытаетесь завязать на это все, то тут не получится. Простите, это неправда. Ты знаешь, в нашем первом ролике у нас не было никаких конфликтов. И ну, ролик, а почему и ролик, подожди, не подгорай. Давай по очереди говорить. И ролик, в противоречие твоим словам, набрал много просмотров. Поэтому у меня совсем нет задачи показать. Я когда говорю, у меня программа тебе отключает звук. Не говори одновременно со мной. Так вот, у меня нет задачи показать конфликт. Ничего подобного. Мне намного интереснее показать реально мнение ваше. Понимаешь, в данном случае вот твое, товарищ Липосактор. Док, мое мнение вы не увидите. Серьезно. Да я, слушай, да оно уже давно уже все его увидели. Нет, если вы сложили какое-то фикционное мнение обо мне, да, какое? То вы не правы. Ну вы уже услышали. Фикционное. Фикционное. Нет такого слова фикционное мнение. Ну, прикиньте, есть. Да нет. Теперь есть. А, ну да, как Липосактор не было и уже есть, да, согласен. Да вами придумано, доктор. Доктор тебе просто с тебя просто тупо стебется, орет с тебя нахуй. Ты доказываешь сидишь. Ну серьезно, да, это неинтересно. Я пришел позитивно поговорить, а тут про войну, про вот это все. Нет, зачем это все? Стрелять нахуй. Я пришел вообще изначально сюда, по сути, первому ролику, похуесоситься. И то к всей басне, блядь. Я залетел на 126 тысяч, блядь, кайф. Ну да, слушай, не, просто люди думали, что, нет, ну... Нет, серьезно, а где исходники первого видео? Первое я не записывал. Бля, очень жаль. Очень не, жаль. Так там вы так подгорали, там такой мат от вас нет, шел. Так, нет, там что... в том-то и дело, мы так же были позитивны и так же, типа... Не-не-не, там, помню, там было столько мата, что, ну, это было слишком много. Ну, наверное, не знаю, судя по вашему мнению, да. Ой, ну... а мата не хватало в том видео? Простите, там всегда мат был. Программа «Утреннее воскресенье». Да-да-да. Ну ладно, в общем, если у тебя, товарищ Липосактор, нету, давай последнее слово свое говори на 10 секунд, обращайся к зрителям и закончим уже. А что, я не буду никак обращаться, смысл, если мы еще встретимся, возможно. Но мы уже больше 40 минут говорим, просто уже очень много, знаешь. Так а нет, вы же все равно часть вырежете, Нет, я не буду вырезать ни одной секунды, потом посмотришь, увидишь. Не будет ни вклеек, доктор, ни вставок. Нет, там придется вырезать. Там слишком много возни и неинтересного. Без обид.
Почему? Я ничего, я ничего не буду говорить. Вы, ребята, позитивные, как бы. Я еще раз тебе повторю, я ничего не буду вырезать. Я свои 10 секунд сказал. Да, я ни одной секунды вырезать не буду. Ладно. Все, хорошо. С позитивом. Все, давай, Липосактор. Подожди, подожди. У меня тут мелькнуло новое название для тебя. Смотри. А давай, нет, а название всегда обсуждается со мной. Вот, подожди, просто сейчас... Может быть, ты знаешь, может быть, ну, не липосактор, знаешь, липосактор ты был почему? Потому что тебе, типа, не хватает жира, вот, чтобы ты его насосал где-то. Подожди, подожди, подожди. А сейчас, по итогам беседы, такое впечатление, что тебе не хватает мозга. Может быть, назовем тебя когнисактор, знаешь, от слова когнитивный, знаешь? То есть мозговой. Нет, нет, нет. Когнисактор. То есть вы хотите назвать меня безмозглым, правильно? Ну, ну, в общем, да. Ну, в общем, да, да. Ты уже на оскорбление перешел. Доктор. Да нет, я ж советуюсь с тобой. Нет, а я не согласен полностью с этим. Когнисактор, да. Когнисактор. Нет, если не новое согласен слово. Вообще отнюдь. Не согласен? Ну, не согласен. Ладно, не согласен, я не буду тебя называть в названии когнисактор. Договорились. Да. Видишь, все, как нет, скажешь. Хорошо, озвучи мне название, просто интересно. Как какое? Вы, ну, часть 2, я не знаю, как вы... Ну как, ну типа липосактор, там что-нибудь дальше и часть 2, например. Что не то дальше, это что? Что не то дальше, очень играет большую роль. Ну, может, я что-нибудь придумаю. Если тебе не понравится, в комментах напиши. В комментах обязательно напиши. Слушай, а вы так ладно, и не написали в комментах удачи. Ничего, правильно? Ну, слава богу. Почему? Дай бог и... Позитивно. Почему ты на первом ролике в комментах ничего не написал? А зачем, док? Да вон ждут же слушатели, чтобы с тобой пообщаться через комменты. Ты чё? Ты ж популярный. Ой, на сколько? Не на 120 тысяч я популярный. Ты самый популярный липосактор России. Ты чё, блин? Так ты за 2 дня уже такой популярный. За сколько? Ты ладно, за 2-3 дня? Давай побольше увидимся еще. Слушай, ты знаешь, что твой ролик может набрать и 500 000 и 1 000 000 в результате? А зачем это все? Смысл? Я не гонюсь за этим. Я тебе не сказал, что тебе это надо. Я тебе говорю, мы сейчас говорим про твою популярность. Зайди в комменты и пообщайся, узнаешь все, что о тебе думают конкретно люди. Да я почитал, увидел, что обо мне... Ты еще плохо почитал. Вот под этим ты почитаешь. Там будет более... Нет, я зрителей почитал, а я не скажу, очень позитивные ребята. По крайней мере, 80 или 95. Согласен. Почитай вот под этим роликом, под сегодняшним, когда он выйдет. Там почитай, я думаю, что-нибудь там поменяется. Все, пошел. А, давай. Ну там... А, ну давай, давай, док, давай. Блин, вот и вся, весь позитив липосактора. Вот чего стоит этот позитив. Когнисактор. Липосактор, когнисактор. Ну, разочаровали меня ребята, честно говоря. Я, в общем-то, не обострял тему реально, да, вот, в первом ролике. Потому что всегда, как бы, знаете, я такой оптимист. Иногда чересчур, наверное, да. Хочется верить в хорошее в людях, но ведь не всегда выходит так, к сожалению, вот, как и в этом случае.